Как-то не следил, отсюда не увидел. Да, где палатки наши разбить? Ага, это не деревьев мало, что ли? А теперь в карманы какие-то. Смотри, какие большие. Всем честно говорит Минск. Вчера под мостом Березино поймали... Ну что, все взяли? Рака с мостом. Рака с мостом. Что, не поднимаете? Рыб! Ну а ты что не поднимаешь? А пес не хочет написать. Давай. Это чья? Витька, а ты сам Витька не видишь? Это Витька, да, Витька. Это Витька снимается или как? Витька, давай перепей. Потом, давай. Ну что ты буду пожелать? Если хочешь слова, что были здесь сказаны, они очень хорошие и благодарны. Я полностью им присоединяюсь. Я хочу пожелать себе еще одно. Мне когда-то пожелал мой друг хороший, очень. Я, конечно, буду желать от себя, а не от него. Чтоб ты не понял, правильно? Вот я тебе желаю. Короче, так, Люда, если ты потеряешь деньги, да, ты ничего не потеряешь. Если ты потеряешь друга, потеряешь свою половину. Если ты потеряешь удачу, ты потеряешь все. Так поэтому не теряй удачу. Сюда ее потеряешь, ты потеряешь друга и половину денег и все остальное. Поэтому не теряю. И буду счастлив, красивый любим. За это хочу. Спасибо большое. Спасибо. Хороший тост. Да. Отличный. Баба, бричка подъехала, садись. Поедешь домой. Мотор подогнал. Да. Да? На переднее сиденье сядешь. Да? Ты ж силы оставь. Маму домой. Пьяную. Маму пьяную повезет домой. Маму пьяную домой повезешь? Да? Да? Сашка, закусывай. Уже нанесся. Сашка, да. Петя. Петя, твоя Алла пьет у тебя. Ну да. Когда такое было? Встречи, прошлый день. Раз в год мы. Почему не поет? Милая моя. Милая моя. Твое признание. Чистая слеза. Света. Милая моя. Вот на эти ночи, чтобы не видно, что пьяная. Не могу, я боюсь. Вот это компания, пожалуйста. Все, что нам назначено судьбой. Не перепутать и не переломить. Говорила, милый мой родной. Да, ты мне обещала любить. Вот пришел мой час, я звенел звонок. Вот и песню. Да, позабыл я улицу свою. Не найти бы тот подъезд и на лавочку присесть. На пороге посижу, как в раю. Ой. Милая моя, сегодня в ресторане пью я за тебя. Пусть мне напомнит юная весна. Встречи прошлых лет. Милая моя, твое признание. Чистая слеза, затем в бокале, милая моя, но ты молчишь в ответ. А мама 63. Мама 63, Денис, не прибавляйте слова. Где стало 63? Где? 33 осталось? Все там врет? Броневец. А где мой Игорь? А? Вот, и малый девушки. Мой малый. Это? Малюнький уже малый. Милая моя. Выкружу пай, я дам тебе. Пью я за тебя. За тебя сегодня пью. За меня. Ты за счастье. Встречи.
оседлали. Чистая слеза. Ничего, станцуем дом, потанцуем дом. Кто это? Я. Как тебя звать? Игорь? Гно. Как тебя звать? У камеры скажи. Гно. Громче. Игорь. Хорошо, имя. У камеры смотри. Смотри в камеру. Дядя, смотри. Где лампочка горит, видишь? Это родственник Люды. Племянник. Племянник. Будущий директор спиртзавода. Директор спиртзавода, Люда. Нашего. Как машина называется? Volkswagen. Volkswagen Ascona. Это самое. Passat. Volkswagen Passat. 87-го года. Газ, бензин 2000. Рублей. Объем? Не, стоимость 2000 долларов. Растормошка? Без. Приехать растормошка, куда пригоняет машину? Две штуки без приму. Без растормошки. Не 800, о чем ты говоришь? Нет, без растормошки. Кто это гонит машину с растормошкой? Не щемите, все равно денег нет. Ну, мы где-то должны. Да, Объем какой у него?
Объем не знаю. Но... Я говорю, ты сколько стоит? Ты знаешь, стоит? Не, ну, на 700. Да ну ты что, 800 долларов старможка. Мы уже знавали, 700. Такие машины пригоняли уже. Объем двигателя какой? Никто не знает. Ну, объем... никто не знает. Вот, так а что ты... Зависит от объема этого двигателя. От... Если... Не, ну просто растаможка идет, сумма берется от кубиков. Я уже нашел покупателя. Без средняя, Вася. Сколько средняя? Не пей здравой кушки, которая... Слышишь? Сколько? Сколько называешь? Вот там... 1,8 с чем-то. 89. Округлили на 2. Добре? 87. Дорого, дорого. Там бочка. Для Беларуси это дорого. Шоки не сгорят. 700 долларов. 800 будет это. 87. 9 лет. Ровно. Коля, слышишь, мы узнавали, там бочка должна быть. Это еще недорого. Это недорого. Так Смоль рассказал, я хочу эту свою продать. Я говорю, да? Так я говорю, если я свою продам, то я эту возьму. Игорь. Газ, дизель, то есть это самое, бензин, это нормально. И газ, и бензин. 350 тысяч отдал, на баллоне проехал ты 300 километров. А тут все. И нас тоже. Не только меня, я Леонид. Каймедл сегодня, пожалуйста, вот так, вот так. Это вам. Отдельно. Да, машину, только мне, ну, сколько на прошлое. Сатову, вы все знаете. Ну, все остальное, понимаешь? Директор, ты не знаешь. А пацан нужно забирать. Ну, а Ваня, там же... Сатуху сегодня пойдем? Нет, ну, вот там. Тебе, ну. Я там буду. А, конечно. Не снимай. У нас дома у нас. Дома. Мы же не раз. Нет, а тут нет. Смотрите, посмотрите, жилье в своей квартире. Так он должен знать. По-любому. Потому что у вас Витя. Витя, не на центральной, а дома. Анжела, возьми водку. А, Люда, убери водку. Сейчас водку пойдет. Давай, что? Выбираем маршрутку, а там дверь-то пока была. Хотела внимание, я думаю, ты готовила на мне. Люда, так умеешь, Люда. Дурочка, нашла, в чем готовить. Мой крахен спасал. Мой Ваня. А вот растаможка была? Растаможена, как положено. Раз зубы. Саша. Мне нравится этот мультик. Да? Мультик такой веселый, но интересный такие. Негры эти. Прошу к столу. Слышишь, Петька, ты пары свежил. Нормально. Старый. Париж. Париж. Знаешь такое? Да. Париж. Дорогие мои. Нормальди Нема. А, еще раз большое спасибо вам за то, что вы собрались. Мы мужем работал. За то, что вы пришли меня поздравить. Тёлка. Большое вам спасибо. Заводи агрегат? Ну, очень рад. Шофёр. Большое спасибо. Да? На автобусе. А какой большой? Кто сказал, никто даже не послушал. А, есть. Швеция. А что она говорила? А, что? Спасибо, что вы все собрались. Да. Самые родные, самые близкие. Самые близкие. Не плачь. Еще одна осталась ночью с тобой. Последняя. Еще одна ночь у нас осталась с тобой. Еще один раз. Мне не нужно. Еще одна осталась ночью с тобой. Спасибо за то, что пришли все. Мне один раз просто тебе такую дальнюю, чтобы не надо. Не пришел.
за самые близкие друзья я выпью. Большое вам спасибо. Чтобы мы всегда были вместе. Последняя ночь. Чтобы мы всегда так дружили. Как была, чтобы вы никогда меня не забывали. До старости будем помогать. Не забудем. Мы! Как там мультики? Бля, буду, не забуду. Никогда! Никогда! Не забудем! Мы тоже вместе. Мы никогда, никогда не оставим. С кем хоронить там вместе? Если вдруг первая буду. Первая? Говорили, баба Бирюзина повесилась и сказала, я не заслужила похоронить его мне в мешке и закопать. А кстати, что у этой бабы было? Да она... Я выпью за него. Не забуду мать родную. Не, ну первый раз, Коля, все нормально. Дайте. Сел, выпил, закусил, как мужик. А то все время, машина, машина. Я постоянно, хоть и зажигаю, но я пью. И за... А что за пил, напиток за то, пил. Что ты пришел в нашу компанию. Вообще. Ну, чтоб ты не ушел отсюда вообще. Это правило. Не, я уйду. Холодно я уйду. В нашей компании уже. Мы с Сашем сюда пешком и шли. И пойдем обратно. Из нашего намек. Не, я говорю. Я же по свету захвачу с собой. Можно? Валя. Если вы себя оправдаете, а Люда говорит, что ты хорошо, что пришел в нашу компанию. А ты говоришь, я уйду, я тебя, блядь, уйду. А чья гитара, а? Я на гитаре с Аной поплыву. Видите, да?